Всем привет! И это вторая часть видео «Ухода за волосами». В этом видео я расскажу вам про свои спреи и, конечно же, масла. Это мое любимое, прям самое любимое масла. Мои волосы без масел не могут. Если вы не смотрели предыдущее видео про шампуни и бальзамы, маски, то переходите по ссылочке, которую я тут оставляю, и смотрите. А в этом видео я расскажу про масла. Я обожаю масла, и мои волосы тоже. И про спреи. Первое, что я вам хочу показать, это масло, которое со мной на протяжении уже 6 или 7 лет. Оно потрясающее. И, кстати, все названия я пропишу ниже, потому что где-то могу забыть сказать название масла или неправильно что-то сказать. Это производство Италия, и называется оно Luxury Crystal Liquidi. Как-то так. Вот. Оно очень густое, оно очень здорово пахнет и очень классно обрабатывает кончики. Они не электризуются, они такие все ровненькие. В общем, мне очень нравится это масло. И если вдруг вы где-то найдете, встретите, обязательно берите. Мне кажется, оно подойдет под любой тип волос. Еще хочу показать вам масло фирмы Vella, производство Франция. Оно бюджетное, но очень достойное. Разглаживающее и придающее блеск. Хорошее масло, мы с дочерью пользуемся напополам, купили в салоне тоже и не пожалели. Хорошее масло. Кстати, сейчас я вам показываю своих любимчиков, вот эти предыдущие два и еще будут несколько. Вот это вот масло, оно в виде спрея, фирма Aventis. Я его получила в подарок, когда была на процедуре в салоне Максимум и... Просто как в подарок пошло оно мне, но я от него просто в восторге, и когда оно у меня закончится, я хочу купить себе его снова. Действительно, очень-очень классное, оно и придает блеск, и хорошо так разглаживает волосы, волосы хорошо пахнут, и мне даже кажется, что оно что-то со структурой волоса делает, не знаю, насколько я... права, но прям я в восторге от этого масла, действительно очень хорошее. Еще одно масло в виде спрея фирмы Лэндон. Мне оно очень нравится, но его надо наносить только на влажные волосы. Кстати, все масла желательно наносить на влажные волосы. Вы искупались, волосы промокнули полотенцем и на кончики нанесли. Если это в виде спрея, то на середину волоса, то есть, чтобы до корней не доставало. Если это, например, в виде масла, то вы растираете по ручкам и распределяете также по кончикам, то есть до середины волос. Не обязательно наносить прям по всей длине, может быть такой эффект жирных волос. Но делать, ну лично у меня так, надо делать только когда волосы влажные, потому что если волосы сухие, то обязательно останется влажный такой жирный блеск. Возвращаясь к этому маслу, масло очень хорошее, с хорошим ароматом, с хорошим эффектом. Год назад я начала им пользоваться и показала девочкам. Многие говорили, кто из России, что не могут найти его на просторах интернета и вообще нигде его не видели. Я не знаю, может быть, сейчас уже появилось, я не думаю, что, например, в Москве или вообще в России нету этой фирмы. Фирма эта французская и Lendon Cosmetic. Ну, я не думаю, что нету. Если, в принципе, вы видите, возьмите, не пожалеете, хорошее очень масло. Еще один мой любимчик, это фирма Lakme, такая сыворотка масла. Оно очень хорошо для лета, то есть это специальная линейка летняя. Я еду в Египет завтра, вот, улетаю на 2 недели, это масло обязательно беру с собой. Здесь написано, что это Sun Care Serum, могу и неправильно прочесть, конечно же. Он восстанавливает поврежденные солнцем кончики волос и интенсивно следит за ними, доглядая. Ну, я сейчас перевожу. Придает волосам экстра блеск и шелковистость и мягкость. В принципе, мне масло нравится, может быть, действительно он работает так же, как тут и написано. Всегда пользуюсь им в летний период.
Также можно его приобрести в салонах красоты. Я его получила в подарок от Танюшки, когда у меня была встреча с подписчиками. Я ей очень благодарна за него. Действительно, очень-очень крутая вещь. Кстати, она мне не только это подарила, также Лакме, она мне подарила двухфазный спрей-кондиционер, но я его, если честно, еще не поняла, наверное. Потому что тут написано, что он мгновенный кондиционер. И тут много чего приятного написано, но мне не нравится запах. То есть я его вот так вот колочу, взбрызгиваю на волосы, и я не вижу просто результата, не вижу эффекта. Не знаю, может быть, я что-то делаю не так. Есть у меня еще один спрей фирмы LR. Этот спрей я использую почти на постоянной основе и не только, когда волосы влажные. В основном как раз я использую, когда волосы сухие. Бывает, когда волосы электризуются, и меня это жутко раздражает. Он убирает эту статику, и при этом волосы становятся такими прям как шелковистыми. Мне очень нравится, и он по объему. Тут 150 миллиграмм, он очень экономный. Он в виде спрея. Вот. И тоже хорошо очень пахнет. И остались у меня средства, которые тоже хочу вам показать, а вы напишите, если вы ими пользовались, как вам эффект. Потому что вот у меня есть любимчики, и мне очень сложно от них отказаться, чтобы попробовать что-то новое. Вот от этого средства. Не могу сказать, что есть какой-то колоссальный эффект. В принципе, может быть. Тут написано, что мгновенно восстанавливает структуру волос. И фирма здесь. Unprofessional, наверное, так. Вот. Я получила это в коробочке красоты, когда покупала. Я обожаю коробочки красоты. И когда мне присылают на обзоры, когда я покупаю сама. Я делаю это очень часто, потому что таким образом можно знакомиться с новыми продуктами. Но вот он у меня есть. Он в такой, можно сказать, мини-версии, ну как мини, более-менее средней. И можно брать с собой в путешествие, что я, в принципе, часто и делаю. Может быть, поэтому я его и не поняла, потому что использую только, когда я где-то на отдыхе. А на отдыхе я максимум 2 недели. Есть у меня 2 средства фирмы Faberlic, то есть бюджетная косметика. Здесь один гель для волос и кожи головы с пробиотиками, который я не пробовала, не знаю почему. Вот он у меня стоит, и вот хочу попробовать, и никак не решаю. Знаете почему? Боюсь испортить эффект чистых волос, так как тут для кожи головы, то есть это надо втереть, и у меня почему-то страх, что у меня останется, наверное, как сразу станет голова с эффектом грязных волос, не знаю. Поэтому мне как-то не хочется пробовать, но, наверное, все-таки хоть раз надо попробовать. Кто пробовал, кто что может сказать. И тут же у меня есть также от Faberlic гель-бальзам для укрепления волос с липидами. Укрепление волос, улучшение микроциркуляции, оптимизация обменных процессов кожи головы. То есть тоже надо втирать в кожу головы. Ну, я не знаю. Пока я эти средства не пробовала и сказать ничего не могу. И последнее, что я вам хочу показать, что мне очень-очень не понравилось. Я думала, показывать или не показывать, но решила показать. Эту вещь мне прислали на обзор. Это капсулы, тоже с маслом. Bali Secret, но мне они не подошли. Здесь 40 капсул. Я использовала, по-моему, 3 или 4. Написала им, что готова вернуть обратно, потому что вообще не подошли. У меня волосы стали как пакля. Никакого вообще эффекта от масла. Мне кажется, оно сделало только хуже для моих волос. Я не знаю, что тут в составе, потому что по составу, что тут описано, это, в общем, должно быть очень потрясающее масло. Многие пишут, что оно очень-очень прям классное, и оно подошло. Может быть, от того, что моя структура волоса не приняла это масло. Это все, что я использую для волос после мытья головы. И вот еще у меня есть маски, которые, как я уже говорила, использую из холодильника. То есть это может быть луковая маска, которую я очень люблю, она мне очень подходит, она дает рост волосам. Горчичную маску я не люблю, она сушит мои волосы. Они и так у меня сухие, куда мне их сушить. Очень люблю кефирную маску, она так увлажняет. И, девчонки, очень классно использовать после того, как вы помыли голову, то есть сполоснуть волосы легким раствором разведенного уксуса с водичкой тепленькой. Волосы тогда блестят, сияют и такие прям аж
ну, структура у них классная. Вот, это такие мои какие-то, можно сказать, советики, которые мне порекомендовала моя мама, и я ими очень-очень хорошо так часто пользуюсь. Но иногда бывает лень, но я стараюсь. Стараюсь находить время для восстановления своих волос, капризных и таких вот вредных иногда, но я их все равно очень люблю. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что это видео вам в чем-то, может быть, помогло. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и до новых видео. Пока-пока.